И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Димончик, поздоровайся. Всем привет! Димон, удивляй, показывай, поднимай нам настроение. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Погнали, О, начнем сразу. с такого. Ух ты, пойдет! Чё это она жужжит? Опа! А Это ну, музончик, Димас. запусти его. Так. И все? А прикольно Не-не-не, такое как начало прям. О! Во, слушай. Пойдет. Во. Как Давай, изменить? раскачивай нас. Мне кажется, так оно и будет. Не. Мне кажется, должно что-то поинтереснее быть. Давай посмотрим, как оно тут устроено хоть. Ну давай. Снимаем кожух защитный. А, вот так вот тут все вот так вот примитивно. И все. Знаешь, простенько, но Но со качественно пойдет. вкусом, да. Ну, да, вкус есть. Взрываем этот вкус. Красивые. Бодрящий. О, отлично. Вообще классно. Давай следующее. Во, это у нас крабик. И чё у Что он нас? должен делать? Не знаю. Вот так танцевать. Танцевать. Это со Спанч Боба, что ли? А, это Танцующий кнопка, понял. крабик. А ну, может, ускорить движок мы немножко? А ну-ка. Давай, там Ой, можно тут по-любому. нету. Тут Нет, у него нету. движка, наверное, нету даже. А, вот тут есть. Есть движок у Ого, него? тут не движки, какие-то механизмы. Да, это не движки. Ой, кнопка отпала. Ой, ничего страшного. Так, сейчас мы ему поставим А, движок. надо в редактор вращания просто фигануть. Сейчас Димас, А он ну-ка. быстрее будет вращать свои ножки, эти поварешки. По очереди ножки, да? Ну да, нормально ставит. Нормально теперь? Как он ставит их? Дай я посмотрю. О! Уже лучше. Ух ты, Димон, меня аж Ого, подожди. подлагало. У меня тоже. Ну ты мочишь, Димон. Видать, мы неплохо так ему ножки поравняли. Во! Как-то так подровняли. В задницу, да, бомбу ты поставил? В животе. А, в животе, да. Ого, точилочка. Давайте ждем, пока прогрузится. И... Давайте-ка. Во. Ничего себе, монстр. Убийца. Так а знаешь, что это за монстр, Димас? Я сел за руль. Это монстр битов, ты в курсе? Я поехал. Фары. Ого. Ого, сигнал. Ты, Ничего. Димас, делаешь? Да, я зажал и держу. Давай музыку, это музыкальная тачка, давай делай музыку. Такое примитивное. Давай попробую ее перекинуть. А не получится. Где движки? Скорее надо ее, наверное, апгрейдить чуть-чуть. Сейчас попробую на двух колесах, Диман, поехать, смотри. А я вижу тебя, вот ты. Профи, профи, профи. И... Не, она не хочет переворачивать, надо даже движок ускорить. Так, Подожди, Димас, тюнингуем. не двигайся. Она для многих людей рассчитана. Короче, А, надо... каждый будет отвечать за свой этот механизм, понял? Понял. Где движок? Знаешь, Смотрим. что, Димас, я здесь заметил? Здесь есть бомба, короче. Я знаю, не надо ее взрывать пока, мисс. Давай движок ускорим. Это ты поставил или она тут стояла Не уже? стояла, ничего не делал. Видать, эта тачка настолько крутая, что можно даже ее взрывать. Ну да. Ого, тут сколько всего, это жесть. Ох, я аж испугался. Чё такая громкая? Мы с Диваном музыканты от Бога. О, тут, а? Блин, точила. А знаешь, из Mad Max похоже на тачку, короче. Димас, давай взрывай бомбу, а я буду ехать, давай. Хорошо, босс. Давай. Это не бомба! А чё? Бомба! У-ху-ху-ху-ху! А ты еще едешь, что ли? И Конечно. что, на ходу или движка уже нету? Не, на ходу, на ходу. А ну, газани. Не на Не ходу. на ходу. Сейчас мы тебе сделаем на ходу. Так, как мне выйти отсюда? Не! На! Я не успел Довольно-таки выйти. интересная постройка.
Ну такая необычная, да. Так, давай поставим мы этого. О, чего это? Покешмон! Покешмон, да. Так, да, одинаково. Смотри, пузо ему открыл, Диман. Во! Тут движки, 4 штуки, можно апгрейдить их, что ли? Ой, он может даже рот открывать, неплохо. Так, по-любому можно вовнутрь как-то сесть, сейчас мы найдем. Давай сразу тогда максимум ему выставляю. Да, давай. Пускай будет на максимум. А, во! Вот сюда встаешь. В самом верху есть сиденье. Ой, а как? Да-да-да, сейчас я понял, как опускаться. Вот, на подставке вот так уберешь. Раз, вот. 2, 3, 4, 5. Встаешь. Поехал. И опять. Все, Димас, я поехал. Да чё, ну куда ты? Я не могу, Димон, этот залезть. Я могу хвостиком махать и это рот открывать. Сейчас еще раз попробую подняться. Может, в этот раз получится у меня. Ну что, Димон? У него во рту, короче, есть кнопка. Мне интересно, что будет, если не есть! Я наверху. Короче, Димас сейчас во рту, я хочу ему кнопку нажать. Что надо будет? Давай. Надо только залезть туда, очень сложно. Я смотрю, как ты это делаешь. Профессиональный скраб-механик. Я? Ну. Профессиональный как? Скраб-механист. Механист. Я не могу пролезть дырку из 4 кубиков. Я что, жердяй? Такая штука здоровая, классно ей так управлять. Ой, все, я у него внутри. Че там внутри? О, ты челюсть отломил. А, блин, да. Диванчик, все, я поехал. На черепахе какой-то странной. Нет, чувак, блин. То, у тебя какая-то, на голове деревце. Ого, я шлифую. На. Нормально, я еду, пойдет. Плохо выглядишь. Ну как, а сейчас, Димас, как поедешь? Сейчас я тебя тут немножко подшаманил. Короче. А ну движок можешь быстрее сделать еще? А куда еще больше? Уже анима никуда, больше? Никуда нельзя больше. Больше никуда нельзя. Никуда. Че, Димас, едет? Что-то она не едет, Димон, ты что-то поломал. Че, колеса отломал, что ли? Не, одно только. Да нет, совсем печально стало. Из одного, видишь, колеса, как все это плохо стало. Ой, взрывчик. Красота. Ого, еще запчасти остались. Давайте поможем. Давай, кому помоги. И челюсть надо взорвать, обязательно. Давай, а то нам мешаться сейчас будет. Сейчас будет большая постройка, Димас. Вот, я люблю. Любишь, да, большие? Конечно. Все, Димончик, есть. Можно быстрее взрывать просто. Так, и ставим большую постройку. Это? Так, это? Что-то большое, что ли? Ну да, я ж сам сказал, что это большое. Угу! А эта пиццерия не было у нас? Нет, она новая, сейчас у меня прогрузится, я почти не вижу ее. Отойди еще назад чуть-чуть. Во! Так, я теперь ее вижу. Давай сначала... А, я вижу место с подставкой вот... посмотрим, а потом уже без подставки, если что. Так. Фазбер вот, написано. Зайдем через окно. Хорошо. Так, а тут через дверь. Во. Через половину двери. Так, это FNAF 1. Новая, Димас, мы ее по-любому не видели, я тебя уверяю. Уверяешь, спасибо. Мы такую постройку не видели вообще. Так, кнопочки есть, телевизора нету. Блин, а постройка реально годненькая, хорошая. Мне нравится. Да, такая. Интересная. Так, ни одного аниматроника нет, что такое? Вот здесь вот у нас кладовая. Здесь у нас... Туалеты есть. Сама... Есть. Все четко. Кнопушки уберем. Так, отлично. Мне кажется, Димон, если ее уронить, будет лагать. Или проверим. Подлагивает и да, так ну чуть-чуть. Сначала давай сейчас осмотрим, а потом уже проверим. Я на кнопку какую-то нажал. А, они же не работают. Не работают. Ну да. Ну че же я так туплю-то, а? Так. Во. Ого, здесь куча всего. Да, видать, она рабочая, Димас. Давай все-таки опустим ее, посмотрим. Хорошо, сейчас. Надеюсь, ничего не будет, ребята, ничего не случится. Давай. Немножко. Поднимай. Ставим. Вот стань большая. Или ну? Большая. Ждем. 3, 2, 1. Фазбер, даже написано. Ого! Прям. Не, Димончик, лучше убрать. Да. Вылетит, не вылетит? Ну.
Что-то долго бомба горит. Потому что слоумо. И рабочий стол, да? Ой, красота. О, Димон, смотри, как эпично все разорвалось. И не лагает. Да, теперь можно механизмы почекать. Пол пиццы осталось. Пиццерии. Знаешь, можно вот ту посмотреть, половину пиццерии, потом эту, короче. Так, сейчас мы вот так вот сделаем, ну да. Мы теперь знаем, чтоб не лагало. Во, почистил немножко. Нет, давай какую-то побольше этот бомбу. Бомбу? Давай вот такую. Одну. Огромную какую-нибудь. Такую. Вот одну, ну такую четкую, смотри. Давай. Ого, ты слышал звук, как дзынкнуло? Не, просто такой дрын, такой глухой, мощный. А, так да, что такое? Звук, да. Ну-ка. Ну-ка, давай. Так что не взрывается эта штука? Это какая-то, я не знаю, что это за алмазная, что ли, палочка? Так. Во, вроде так можно уничтожить. Всё, надо было прям к бомбе прицепить. Реально крепкая штуковина попалась. Очень. Так, это что? Это музыкальная построечка, давай посмотрим, как это. Это корыто какое-то странное. О, да, точно музыкально. И поехал. А, стой, Димон, я сейчас уберу, стопэ. А, она держится, да? Поехали. Опа. Пойдет, да? О, ха-ха-ха. Ну такое. Drop-a-Bass, слышал? Вообще эпик, да? Как будто, знаешь, это мощно играет, и такой Drop-a-Bass, а на самом деле какая-то фигня. Да, ребята. Напишите в комментариях, как вам эта построечка. Да, насколько вы ее оцениваете от 1 до 10 шкалы балла. Давай. Не взрывай. Эту карету, она сейчас отлетит. Вот они взрываются так эпично, особенно конченые постройки. Не, на свету классная, но и по эффективности не... О! Ух ты, блин, я испугался, ты чё такой психованный? Подожди, давай я ещё рядом такую же поставлю. Давай. Покатались, давай. О, сила. Как-то она ездит стрёмно, тебе, Дима, не кажется? Первый раз вижу, чтобы колеса так могли переметривать. Очень странно. Поставлю. Прощай. Нет, я да, уже прощай. Нет. Что-то у тебя там немножко осталось. А, нет, сгорело. Ого, да. Я тебя боюсь, ты иди, отвали. Ого, что ты такой резкий? А это законно? Как будто время ускорено. А-та-та-ра-та. Вот это ты шустрый малый. Ого. Смотри. Смотри, как он ножкой своей фигачится. Смотри. И пошел, пошел с бомбой. Пошел бесить. Как будто у тебя бомбы нет, а дай еще одну нацуплю, Димон. Так куда ты такой псих побежал? Стой. Ну-ка. О, ноги согнулись в коленках. А, не. Оп. Ох, если бы я ниже подцепил, ты бы я взорвал выстрела. Ну я пошел, Димас. Почапал. Ты ножками перебирал. О! Еще больше? Не-не, нормально, Димас. Живу, живу. Нет, да что же. Бракованный такое? Робот, не тянет 4 бомбы. Эпично. Очень резкий. Баталию на этих. Давай. Сейчас мы запилим. Так, есть. А чё так-то? А? Как? Да непривычно. А я иду, иду на работу в пиццерии. Давай, Димас, иди сюда, посражаемся. Я вспомнил, мне надо кое-куда. О, Димас, смотри, что я могу. Смотри. Я еще и летать умею. А, знаешь что, попробуй еще раз бомбы на меня подвесить, только я уже сейчас как-то помощнее буду. О, я летаю! Да, там сразу две руки зажми, короче, и ты будешь летать. А на одной можно летать? Нет, я вылетел из робота своего. Так, я к тебе иду. Он побежал, Димас, он побежал от меня. Я за ним, ловим робота. Ну нафиг. Как-то странно управляется очень. Тихо, тихо, стой, нет. Твой друг. На одной ноге. Стой. Стой. Стой, маленький. Робот, блин.
неадекват какой-то. Лечу. Лечу, лечу, лечу. А где нога у тебя, Димончик? Что случилось, братан? Давай сражаться, давай. И давай, иди сюда. Да, давай. Давай, сейчас давай, надо остановиться, мне бежать только. Да. Ну, я на коленях стою, надо встать, что-то позорище. О, а теперь идем. О, Дима, смотри, как я выгляжу, прикольно. Да как к тебе подойти? Ногами. Блин, не то нажал. Это типа я тебя выкинул, понял? Нет, чувак. Да, да, прощай. На. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока.